вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эффект голограммы. Вау, скажите, круто. Лучше посмотрите мой пример. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it. Для этого видео нам понадобится приложение Like или TikTok, где мы снимем наше видео, и запись экрана, а GameMaster, где мы это все и смонтируем. Эта программа есть как и на Android, так и на iPhone. На некоторых телефонах запись экрана встроенная, а на некоторых нужно скачать. Их очень много, а я пользуюсь вот этой. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Все, мы записали запись экрана, запомнили наше движение. Теперь можно начинать снимать. Зайдем в лайк. Нажмем снимать видео. Выберем музыку. Я выберу вот эту. Нажимаем применить и снимаем видео. Берем другой телефон, ложим, нажимаем на наш телефон, и у нас появляется голограмма. И мы делаем в точь те движения, которые мы делали на записи экрана. Давайте это снимем. 3, 2, 1. Мне нравится. Теперь сохраним как частное. Нажимаем продолжить. Кто может видеть? Личное. И нажимаем пост. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в GameMaster. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Мультмедиа, все, и добавляем наше видео. Вот оно. Нажимаем на галочку. Теперь я хочу поставить метку, разрезая в том месте, там, где у меня должна появиться голограмма. У меня это вот здесь. Нажимаю на ножнички и разрезаю. Теперь нажимаю на слой, мультмедиа, все, и добавляю нашу запись экрана. Вот она. Удаляю вначале ненужную часть и подстраиваю под руки. И в конце тоже удаляем ненужную часть. И, кстати, заодно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Обрежу ненужную часть. Здесь я стою и ничего не делаю. Теперь выделим первую часть слоя и нажмем альфа непрозрачность и опустим. Так сделаем со второй частью. Подстраиваем так, чтобы у нас все совпадало.
выделяем первую часть видео, нажимаем с анимацией и выбираем скольжение вверх. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Получилось очень прикольно, мне нравится. Нажимаем слой, мультмедиа, фото, фон и выбираем белый фон. Нажимаем на галочку. Нажимаем на кружочек и выбираем цвет. Я выберу голубой. Нажимаю на галочку. И продлеваем наш фон до конца голограммы. Выделяем наш фон. Нажимаем обрезка. Включаем маску. Нажимаем форма. Выбираем треугольник. Вот такой. И теперь подстраиваем под телефон. Вот так. Теперь выделяем наш фон, нажимаем с анимацией и выбираем скольжение вверх. Теперь выделяем наш фон и нажимаем на альфа-непрозрачность, опускаем. И подстраиваем так, чтобы вам нравилось. Цвет, мне кажется, сюда не подходит, поэтому я попробую поменять. Нажимаю на цвет и выбираю розовый. Вот такой. Давайте понастраиваем и посмотрим. Давайте попробуем взять другой цвет. Может быть, просто другой оттенок розового. Ну, например, вот этот. Если наш фон медленно поднимается, нажимаем с анимацией и выбираем немного скорость быстрее. Мне все нравится, поэтому нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить». Подождем, пока наше видео экспортируется. Еще раз на стрелочку и сейв видео. Все, наше видео сохранилось. И смотрим видео первого лайкера. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик! И смотрим видео второго лайкера. Вау! У тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк! На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока!